По заверениям автосервиса, эта штука стоит 70 тысяч. Это блок управления вариатором Nissan Тиана в новом кузове. Сейчас посмотрим, что там внутри такого ценного, что может стоить такие огромные деньги. Ну, вот я отвинтил вот эти винтики. 4 штуки. Здесь герметик. Вот. Вот это стоит новое 70 тысяч. Если сравнивать эту плату с материнской платой компьютера, то получился его нехилый компьютер, у которой только материнская плата 70 тысяч. Вот такая ценная вещь.